Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И я хочу сказать, что мне опять пришлось удалить все мои видео с канала. Также я сейчас на испытательном сроке, который будет длиться ровно месяц, то есть до конца августа. Все дело в том, что мне написали письмо, в котором говорится, что мой контент не имеет смысла, то, что это просто какое-то слайд-шоу, либо это просто повторяющийся контент на YouTube, который не имеет никакой образовательной ценности и так далее. Я спорил с ними 2,5 дня, но все мои попытки были тщетными, так как они не могут объяснить, что на моем канале не так, но и при этом не могут просто угомониться. Насколько я понял, я думаю, что вся проблема в программе синтеза речи, которую я использую для озвучки своих переводов. Я неспроста не озвучиваю ее сам, так как у меня нет в этом никакого опыта, и всем изначально понравился этот роботизированный голос. Многие в комментариях даже часто спрашивали, а кто это озвучивает твои переводы. Но теперь деваться некуда, я буду озвучивать свои видео сам. Надеюсь, вам понравится, и надеюсь, это будет что-то новое. Надеюсь, вы увидите что-то новое уже в знакомых вам переводах. Я всегда старался сделать так, чтобы вам было максимально удобно смотреть мои видео. Но я уже дважды поплатился за это, так как в первый раз я не хотел ставить свое лицо, не хотел быть в кадре и отвлекать вас, за что получил первое предупреждение. Теперь я получаю второе предупреждение, потому что хотел, чтобы самый лучший, но хоть он и искусственный, но это очень хороший голос, чтобы он озвучивал мои переводы. Еще хочу сказать, что теперь я буду выкладывать видео намного реже. В прошлом месяце я делал это каждый день, и получается, делаю это впустую. Теперь буду появляться немного реже, но по истечении испытательного срока, если все будет хорошо, то включу свою скорость на максимум. Также хотел поблагодарить каждого из вас за ваши теплые комментарии. Я никогда не сдамся и тем более никогда не опущу руки. Это, можно сказать, моя жизнь. Я здесь нашел вторую семью. И здесь я получаю вдохновение, поэтому всем огромное спасибо за вашу поддержку. Всех был рад увидеть, ну а теперь погнали, точнее поскакали. Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас будет видео, которое было удалено с нашего канала. Это реакция всеми любимого араба. Он не делает сейчас реакции, потому что в его родной стране, в Ливане, произошел кризис, то есть у них нет электричества. Я выразил слова поддержки и писал ему на все его социальные сети. Надеюсь, вскоре наш родной араб вернется, и мы будем продолжать переводить его реакции. Поехали! Ассаламу алейкум, хабибати! Добро пожаловать на очередную реакцию араба. Сегодня мы смотрим на величайшего певца в мире, господина Димаша. Абу Ахмед, хабиб аш-шааб, хабиб аль-калб. Вот что хочу сказать. В прошлой реакции на Димаша я сказал, как было бы замечательно, если бы он спел «Дива Данс» из фильма «Пятый элемент». И к моему большому удивлению, оказалось, что он уже это сделал, так как ему это по силам. И вы писали мне об этом в комментариях. Бурно и многократно. И мне не терпится посмотреть на это, хоть и Джоуи еще не готов к этому. Но сегодня уже пора. Кстати, я уже сам не помню эту реакцию, и мне интересно саму смотреть, как я переводил. И он всегда в своих реакциях говорит про Джоуи, как я понял, это несуществующий персонаж,
с которым, то есть он параллельно, когда делает реакцию, он делится своим восхищением, либо это существующий, но не мой оператор. Точнее, сегодня уже надо. Сегодня тот самый день. Но вы поняли, что я хочу вам сказать. Сегодня мы посмотрим на это. Это называется... It's Confessor. Не знаю, что это, а дальше Divadance. До того, как мы начнем, я спецом посмотрел Divadance еще раз. Если этот чувак справится с этой песней и воспроизведет все то, что было сгенерировано на компьютере, если у него это получится, то что тут уже скажешь? Это будет все. Это будет полный приезд на станцию Димаша Великого. Вот как он так до сих пор не популярен, как Джастин Бибер? В голове не укладывается, если он, конечно, справится. Давайте приступим и посмотрим это видео. Я в радостном ожидании. Абу Ахмед, Confessor, The Diva Dance. Поскакали. Я только сейчас заметил, что там на сцене девушка танцует возле него. Наверное, его родители гордятся им. И я думаю, что это шоу должно называться «Шоу Димаша». Я не знаю, как оно называется, но должно быть так. Он настолько захватывает твое внимание. И неважно, в каком настроении я был до этого, в данный момент я полностью порабощен этим выступлением. Я глаз от него не могу оторвать. Он потрясающий. Сейчас мы продолжим. Смотреть это видео дальше. Я полагал, что мы будем смотреть Divadance. Но меня уже и так накрыло. И я очарован вами, господин Димаш. Боже мой, походу он нам покажет, где раки зимуют. Продолжим. Thank you.
Ну все, приехали. Я на выход. Конечная станция. Выходим. Знаете что? Мне, по сути, хватило после первой песни. Я, наверное, не выгребу, если посмотрю это еще раз. Тут было достаточно и первой его песни для того, чтобы это стало выступлением, прославленным на весь мир. Это уже могло быть одним из лучших выступлений, которые вы видели когда-либо в своей жизни. Другим певцам возле него должно быть стыдно, как и любому представлению. А потом он взял и добавил сюда вот это. Что тут можно сказать? Вот что сказать? Нет таких слов ни в каком языке. Нет подходящих слов, чтобы описать все то, что мы только что видели. Ну что сказать, невероятный, поразительный. Или может сказать, что он непостижимый. Но вот как мне описать все то, что я только что видел? Это же просто несправедливо. Это уже четвертое или пятое видео Димаша, которое мы смотрели. Как так происходит, что после каждого выступления я нахожусь в таком шоковом состоянии? Он не человек. Он не человек. Походу, мутанты существуют, и он обладает суперсилой. Подкупает еще и то, что он хороший человек. И очаровательный парень. А какое у него сценическое обаяние? Он знает, что делает. Как он упал в самом конце песни, он еще и настоящий актер. И в первую очередь, он потратил кучу времени, чтобы отточить свое ремесло. Какая же это преданность своему делу, учиться всему этому. Час за часом, день за днем, год за годом, он вложил в это все, его родители вложили в это. И развили эти способности, и это сделало его
лучшим певцом в мире. Лучший певец в мире. Я просто в недоумении. Я не верю своим ушам. Потому что я знаю, что это не было подредактировано. Это не было подкорректировано кем-то. Это не было взято и записано на студии. Он сам это сделал. Он сам это спел. Вживую, на этой сцене. Я даже не буду просить вас ставить лайк и подписываться на нас. Хрен с нами. Переходите на его канал. Мы перед ним в долгу. Просто примите это. Мы все должны ему. Потому что ничто другое не оказывало на меня такого воздействия. Переходите на его канал и отдайте должок. Встретимся в следующей реакции. Спасибо большое за просмотр. Приятного вечера. Саламат. В общем, вы поняли, да? Хрен с нами. Прямо сейчас переходите на канал Димаша, подписывайтесь на него, ставьте лайки на все видео. Мы все реально ему должны, потому что лично я, мне кажется, был бы совсем другим человеком. И у меня бы не было возможности заниматься своим любимым делом и приобрести такую большую семью в виде вас. Всего хорошего, всех люблю, всех обнял, пока.